В Мирном разгорается скандал. В центре внимания кадетская школа-интернат имени Трошева. Родители курсантов и сотрудники написали письмо в прокуратуру, в котором пожаловались на условия проживания, плохое питание и многое другое. В подтверждение этому приложили фотографии. В кадетской школе мы учились 4 года. Все годы, что мы учились, было все прекрасно. Нынче приехал худой. Я не знаю, там такое ощущение, что их вообще не кормили. Беспредел в кадетской школе подтверждают и сами сотрудники. Кто избивал детей? В основном, когда избивали детей, это мы не знали. Они в помещениях. А последнее избивание детей вот перед экзаменами 9 класса. А в отношении только это девятиклассников проводились такое жестокое обращение? Седьмой класс. Они, походу, выбирали таких детей, что родители ничего не скажут, ничего, а таких они боялись. За комментариями по данному поводу мы решили обратиться к директору школы. Добро на съемки мы от него получили. Однако попасть на территорию образовательного учреждения нам не удалось. Нет, я не понял. Давайте выйдем. Не трогайте. Вам разрешали? Не трогайте. У вас есть разрешение? Нет, мы сейчас с вашим директором разговаривали. Он говорит, что можете поснимать. Перемены очень большие к лучшему. Ребята уже повернулись кадеты в нашу сторону. Мы не скрываем, что были у нас травматизмы. Например, если мы проводим спортивные соревнования, вот, без травм не обходится. Вот многие родители высказываются о том, чтобы они согласны даже лично доплачивать учреждению, чтобы кадетов лучше кормили. Я, например, постоянно спрашиваю с бойцами, да, у бойцов, как вы кормитесь, я сам вместе с ними тоже в столовой, вот. Хватает ли вам? Они говорят, очень много всего хватает. Вопросы насчет мебели, да, там это, конечно, хотят родители помочь, но это не в нашей компетенции, потому как износ мебели очень большой. Вот, 8 лет все-таки. В этой истории сегодня разбирается прокуратура. Проверка проведена. Всем, скажем так, доводам заявленным дана правовая оценка. Возбуждено в отношении должностных лиц учреждения ряд административных дел. Ну а также внесено представление и наряду с этим направлено заявление в суд о понуждении образовательного учреждения устранить все выявленные недостатки, вот, произвести косметический ремонт. Мария Урцева, Тимур Шережек, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».